я купила кофе, и можно отправляться в путь. Ну, куда я вышла вообще? В общем, людей тут нет, можно смело записывать видосики. О, какой вид! В общем, тут странно относятся к людям, которые ходят с камерой. Сегодняшний выпуск понравится заядлым кинолюбам, потому что я направляюсь сейчас в магазин книг об искусстве. Я там ни разу не была. Направляюсь первый раз по совету своего знакомого художника. И как раз с вами первый раз исследую новую территорию. В этом районе находится очень много галерей современного искусства и самый большой магазин книг об искусстве. Смотрите, как красиво. Вот так выглядит этот район. Записывая это видео, я уже ушла третий раз не туда. По-моему, сейчас я как раз вышла туда. Будем искать сейчас все. Вот пошли первые галереи. А вот вроде бы я и пришла. Вот так называется этот магазин. О, сколько книг. Когда я открыла дверь, я просто обалдела от такого количества книг по искусству. Это место даже больше похоже не на магазин, а на библиотеку. А на самом деле здесь можно найти книги как для тех, кто только начинает знакомство с миром искусства, так и для тех, кто связан с ним уже давно. Не знаю, как вы, а я обожаю такие книги, которые представлены здесь. По ним очень удобно изучать искусство каждой эпохи. Следует заметить, что здесь собраны букинистические, то есть старинные книги, редкие антикварные и уникальные издания, которые вы никогда не найдете в обычном магазине. Например, в этой книге автор, профессор исторических наук из Швейцарии Артур Имхоф, рассказывает о том, что картины привлекательны не только эстетически, но и исторически. Он исследует повседневную жизнь людей по произведениям искусства. Или в отсеке для новичков вы можете найти основополагающие искусствоведческие труды, например, «История искусства Гомбриха». С нее начиналось мое знакомство с миром искусства. Или другие книги о теории искусства с подробной периодизацией и понятной характеристикой каждой эпохи с примерами. Конечно же, на родине Аби Варбурга вы найдете много книг о его открытии иконологического метода. Если хотите узнать, что это такое, ставь лайк и отпишись в комментариях, и я с удовольствием вам все расскажу. Также здесь вы найдете уже не антикварные, а достаточно современные книги, которые шутливым языком объясняют, что такое искусство и зачем вообще оно нужно. И даже книги о художниках, рассказывающие об их жизни в комиксах, представляете? Здесь вы найдете все издания любимого журнала об искусстве. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь будет в Гамбурге, первым делом идите сюда, потому что это невероятное место, где можно просто пропасть. Если вы не понимаете искусство, приходите сюда, и вы обязательно влюбитесь в него. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то подпишитесь на мой канал, будем путешествовать с вами и дальше. Поставьте, пожалуйста, лайк, я буду вам очень признательна. И до скорых встреч. Пока-пока.